Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Сегодня мы расскажем о топ-3 геев среди российских звезд. Высказываться о своей нетрадиционной ориентации в России не принято. В отличие от жителей западных стран, постсоветскому обществу мало знакомо понятие толерантности. Поэтому так мало открывшихся гомосексуалистов. Можно назвать топ-3 геев среди российских звезд. Итак, Борис Моисеев. Он стал первым человеком в российском шоу-бизнесе, открыто признавшим нетрадиционную ориентацию. Экстравагантные наряды, провокационные интервью, песни с намеком. Представители меньшинств тут же признали в Борисе своего. В последние годы исполнитель «Голубой луны» начал активно открещиваться от роли гея, заявив, что это была всего лишь сценическая игра. Моисеев даже демонстрировал публике свою невесту, с которой был намерен сочетаться браком. Многие критики рассматривают этот шаг как попытку привлечь к себе поутихшее внимание, потому что геев становится все больше, однополыми связями уже никого не удивишь, а вот вставший на путь, так сказать, исправления человек – это интересно. Сергей Соседов. Профессия музыкального критика и журналиста часто заставляет Соседова говорить хлесткую и нелицеприятную правду. На вопросы о личной жизни Сергей Васильевич также не стал ерничать, честно признавшись, что питает слабость к мужскому полу. Рассказал о первой любви одноклассники из музыкальной школы. Были у Сергея и отношения с женщинами, поэтому скорее его можно причислить к людям, которым нравятся и мужчины, и женщины. Но сам критик отмечал, что удовольствие ему приносит только близкое общение с мужчинами. Сейчас Соседов состоит в отношениях с молодым юношей и находится в поисках суррогатной матери, которая могла бы родить ему ребенка. Александр Рыбак. Неожиданный каминг-аут поверг в шок многочисленных поклонниц певца. Участник Евровидения, посвятивший победную композицию любимой девушке, внезапно заявил о своей принадлежности к ЛГБТ-сообществу. Сделал он это посредством социальных сетей. Друзья исполнителя тут же поспешили опровергнуть слова Александра, назвав это неудачной шуткой или попыткой избавиться от назойливого внимания фанаток. Но злые языки было уже не остановить. Вспомнили и то, что муза Рыбака, которой он посвящал песни, вышла замуж за другого. Стали распространять вырезки из интервью Александра, где он говорил, что имеет особую поддержку среди гомосексуалистов, а также к ним хорошо относится. Раскопали слова матери певца, что девушки могут не беспокоиться, и интерпретировали высказывания в новом свете. Публикацию Рыбак впоследствии удалил, но сомнения остались. Конечно же, геев среди российского шоу-бизнеса гораздо больше, но личная жизнь на то и личная, чтобы держать ее за семью печатями, особенно если есть что скрывать. А как вы относитесь к представителям сексуальных меньшинств? Поделитесь своим мнением в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.